вами группа Айо, часть Айо. Я сижу на подушечке, на мягкой. Я думала, что этот клип будет, знаешь, на преодоление. Будет холодно, потому что песня про 3 дня холода. Будет холодно, невыносимые условия, белые стены, некомфортно. А я сижу я на теплой подушечке, в тапочках, домашней. И вокруг дыма много, и это создает комфорт. Представляете, как будто, ну, пространство все меньше и меньше. Я себя чувствую Аллой Пугачевой. Из тумана вырастает этот айсберг, вот про айсберг. Почему-то я думаю про эту песню. Нашего режиссера зовут Валерий Невин. Мне очень нравится его мышление, мне нравится, как он видит кадр и его стиль. У нас 2 съемочных дня планируется. И первый день — это как бы идея в моей голове. Это мысли в моей голове. Это то, что происходит со мной внутри. То, что не видит никто. И это пустота, это холод, это неопределенность. И какие-то образы туманные. И все в тумане. И я не вижу, не могу ни за что зацепиться. Вот что происходит у меня в голове. А второй день — это съемка на студии, где мы, собственно, со всеми музыкантами приходим и записываем, собственно, эту песню. Мы сейчас отснимем просто... Вот сейчас мы готовимся часов 4, а сейчас отснимемся одним кадром. Да, это очень быстро. Просто вот камера проходит, и все. Привет, все, ребята. Кто будет? Вроде все хорошо, все записывают, все на своих местах, записывают, прописывают партии своих инструментов, но камера проникает мне в глаз, и, собственно, мы видим вот этот первый день, что происходит в моей голове. Я надеюсь, у нас получится. Сейчас, не сегодня, будет последняя сцена, и это будет очень... Потому что, на самом деле, все прошло лайтово. Ну, если сейчас последняя сцена будет... Катя, наша кофейнячка. Давай. Ваша Катя.